агентам. Доложите обстановку в Клинтоне. Контроль! БТР право под огнем! Эти парни из Соболя могут сами справиться. Но лучше не рисковать. Те парни из Соболя меня не любят! Представьте, как я не люблю вас! Снова демоны! Тебе демон! И тебе демон! Всем по демону! Хорошо, что демоны почти победили ребят из Соболя. Как мило! И все это для одного меня? Друзья, сегодня у нас особый звонок в студию. Сейчас нам сообщат важные новости, ведь кому же еще? Мэр Осборн, спасибо за звонок. Тебе спасибо, Джон. Когда ты был издателем Бьюгл, ты всегда был справедлив ко мне. Да, суров, но справедлив. Ну, это моя работа, господин мэр. Беспристрастность — мое кредо. И я не поставлю ее под сомнение. Итак, что за крайне важные новости вы сейчас эксклюзивно расскажете на моем шоу? После жестокого и трусливого теракта в ратуше, жертвой которого я чуть было не стал, я понял, что полиции нужна помощь. И я заверяю жителей Нью-Йорка, что готов ее обеспечить. Ага, а я говорил, что нам это необходимо. Вы взяли мою идею о копах Тихоокеанского побережья. А, нет. Хотя это была отличная идея. Нет, это стражи порядка, которых обычно наши военные берут себе в помощь для заморских операций. Я не могу разглашать детали неподписанного контракта, но это опытные, надежные люди. Что ж, звучит здорово, господин мэр. Хотя я, конечно, пока не буду выражать свою взвешенную позицию.